перекресток Луначарского Гоголя, под светофором, под зеброй. Развязка города, по сути, артерия главная города. Месяц уже как разворотили асфальтное покрытие, все ездят, чертыхаются, матерят тех, кто это сделал. А те, кто это сделал, они уже забыли, что они это сделали? Или какая-то другая причина есть? Может быть, это конкретно акт реального такого вредительства, открытого, махрового, замешанного на ненависти к местному населению? Непонятно. А может быть, это такой своеобразный способ, чтобы получать откаты с владельцев СТО? А? Или первый вариант все-таки – дебилы, все забывающие, из той самой секты дебилов и идиотов, которые повсюду. Какой из вариантов?